Здравствуйте, друзья! С вами Мото Виктора. Товарищ привез раму разобранную с Риги 13 и двигатель D8E. Двигатель перебрать, а раму отвезти на пескоструй, чтобы отпескоструили. Ну и покажем вам, как это все произошло и будет происходить. Смотрите! Вот он, сам моторчик. Я думал, D8E, нет, просто D8. Вот такой вот, ну, целенький мотор. Нигде не отломано. Все, все отлично. Сейчас я его разберу. Но вам покажу раму. Я уже загрузил в машину ее. Вот они сами колеса. Ржавые. Ну, тоже пескоструить. Ну и уже загрузил как бы в багажничек. Вот она. Рама. Крылья, щиток, багажник, вилка, все, все здесь. Ну а потом посмотрите, как отпескострует это все. Ну а сейчас я буду разбирать мотор. Посмотрим, что надо заменить. Подшипники. Наверное, однозначно на коленвале, на муфтовом вале. С поршневой посмотрим, что. Разбираем. Так, головку снял. Будет растачиваться под 92-й бензин. Здесь. Не чувствую прям, чтобы какие-то задиры были. Цилиндр обалденный. Опускаются. Раскрутил я треугольник. Снимаем. Ну, я хочу сказать, движок много не проходил, друзья. Видно, что ну, по болту, как будто его еще даже ни разу не раскручивали. Сейчас проверим. Снимаем магнит. Ага, вот он, солидольчик. Здесь уже точно раскручивали. Но сальник, коленвал в хорошем состоянии. Так, ладно. Дальше раскручиваю. Ага. На герметик посаженный был. Ну, тоже как бы хорошо, что на герметоз. А то бывает, скрываешь вообще ни герметика, ни прокладки, ничего нету. Карбюратор я снял. Мыть. Воздухан весь забитый. Очень-очень сильно. Прям промывать его хорошо. Здесь как бы чистенько. Но прокладки, кусок прокладки нет, порвано. Сцепление уже разбирали. Но здесь не видно, чтобы разбирали. Снял я цилиндр. Поршень, конечно, сильно потертый. Вот прям задиры. И смотрите, снял два кольца соединены, видите? Вот это вот плохо, что так попадает.
И тяга слабенькая будет, потому что, ну, кольца однозначно, зазоры он большие. Однозначно менять кольца. Да и поршень буду вымерять. Так, коленвал болтается. Видите? Стучит. Вот. И так даже чуть-чуть есть. Шатун. Шатун нормально. Но коленвал болтается. Почти я уже его разобрал. Сейчас вот съемником снимаю шестерню. Как и собираю, и разбираю. Все на горячую. Вот он не снимается. Сейчас я нагрею, и он легко выйдет вместе с подшипником. Опа! Видели? И вместе с подшипником все, пускай остывает. Полностью мотор разобранный. Вот они подшипники 203 и 202. На ухнаре болтаются. Дальше коленвал в хорошем состоянии. Помыть, почистить. Шестерня. Муфтовый вал. Дальше все уложено для мытья. Также и здесь все уложено. Будем сегодня мыть. Вот она шестерня. Шумит. Но она сухая, друзья. Вот точки, как заклепывали, чтобы обойма не вылазила. А здесь все сухо. Втулка не пропускала. Масла вообще никакого нету. Вот она, на всех так. Ну, бывает шумят, а бывает и работают нормально. Ну, посмотрим, как будет работать. Все. На мытье. Все. С левой стороны подшипник еще как бы так себе. А вот с этой стороны, с правой стороны, подшипник вот болтается прям очень сильно, горячий еще. Так что подшипники однозначно под замену. Прокладка, вот она вся порванная, но заводская. Заводская, друзья, прокладочка. Походу его ни разу не кололи. Ну, как вы видели, цапфы надо отшлифовывать. Вот. Подшипники вылетели легко с них. Надо будет сажать их на фиксатор, чтобы они плотно сидели. Ну а так, все, начинаю мыть, и начнется сборка. На улице уже темно, только что привез, отпескоструили. Вот, хочу вам показать. Колеса отпескоструили. Ну и здесь также полный набор Риги 13. Вот она рама. Все отпескоструено. Можно грунтовать и красить, какой хочется цвет. Также весь моторчик помытый, отшлифован, чистенький. Можно собирать его. Собираю D8 моторчик. Уже все отмыл, помыл, почистил. Коленвальчик новенький, подшипнички. Все идеально собрано. Так, прокладочку я приклеил. Все, буду собирать мотор. Прокладочка стоит, коленвал я уже посадил на горячую.
на правую половинку, сейчас на левую. Вот он поршень 2.0. И шлифую здесь внутри. Подгоняю вот такой вот болваночкой. Сейчас он сильно еще плотно заходит. Надо еще делать и делать. Вот. Времени, конечно, это очень много занимает. Но зато будет хорошо ехать мопед. А так были сильные задиры. Сейчас она все убирается. И все будет четко. Тепловой зазорчик сейчас сделаю. И все. Шлифую цилиндр внутри. Были сильные задиры. Сейчас более-менее. Под вот такой поршень 2.0. Притиром вот таким. Цилиндр шлифанул. Все четенько получилось. Под поршень шлифанул. Все, колечки новенькие. Стопора с двух сторон стоят. Поршень 2.0. Потому что пришлось цилиндр шлифануть. Были небольшие задирчики. Ну и все. Одевать цилиндр. И все, дальше собираем. Зажигание будет электронное. Головка расточена под 92 бензин. Перебираю муфтовый вал. Разобрал, смазал его полностью, он внутри. Вот они, 202 новые подшипнички закрытые будут стоять. Ну, собираю его. Я подшипники открываю, забиваю солидолом. А дальше закрываю, чтобы они полные были и работали очень долго. Так, муфтовый вал полностью обслуженный. Мотор на стенде. Буду сейчас его заводить, проверять. Подкачиваем. Угу. Приступаем. Вентилятор обязательно буду ставить. На Кубани уже жара очень сильная. Поставил вентилятор, пусть поохлаждает. А к вечеру поставлю на Ригу 13. Покатаемся на нем. Работает часа полтора уже. Обороты вообще минимальные. Меньше нет. Вот, видите, меньше нет. Ну, пускай остывает. Закручены два болта на всю. Что этот закрученный, что этот. И
обороты не увеличиваются. Или что-то с карбюратором надо будет смотреть. Ну, поставлю на Ригу 13. Там дальше будет видно. Воздухан я снимал и полностью мыл. Воздухан чистый. Ну, будем проверять, что такое, почему так. Сейчас пускай остывает. Буду ставить его на Ригу 13. Я хочу сказать, нюансов очень много. Бывает, тут целый карбюратор, а мозги делает еще как. Так что, и вот он капает, я вижу, бензинчик. Вот он. Значит, поплавковая камера не держит, переливает его. Просто переливает. Закрываю топливо. Иголка не держит. Капает бензин. Вот из-за этого может он и переливать, коптить, потому что уровень поплавковой камеры не держит, и все. Может сильно дымить из-за этого и обороты не развивать. Как переливает его очень сильно, топливный закрученный до конца, а он все равно как переливает. Все, Рига на стенде. Снимаем моторчик и проверяем. Но прежде чем ставить, поменяю крышку на карбюраторе. Разобрал я карбюратор. Не держит здесь. Не знаю. Сейчас буду еще раз смотреть. Это стояло. Мокрая до сих пор. Вот я нашел хорошенькую. Вроде бы отлично все. Ну, поставим, посмотрим. Так, определить ее невозможно, только когда мотор работает. Все, мотор установленный. Полностью все. Подсоединено. Заводим. Так, со стенда я снял. Поехали, прокатимся на нем. Посмотрим, как он едет. Под нагрузкой. Я прям здесь его заведу и отсюда буду выезжать. Ага. Пока отлично. Ага. И под нагрузкой он хорошо. И обороты набирает. Отлично, отлично. Также без сцепления пробуем. Супер. Не разгонишься, ямы везде уже. Ну, когда резко газу даешь, прям чувствуется такой подрывчик. Обороты набирает.
моторчик работает. Остановился. И вот так вот он работает. Приехали запчастя забирать. Так что сейчас будем грузить. Все, уложенный мопедик. Забирают. Так, моторчики тоже уложены. Все, товарищ уехал. Ну все, запчасти забрали. И хочу вам сказать, что мы открыли магазин. В интернете вы увидите запчастей. Ссылка на магазин в комментарии закреплена. Ну а кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Мото Виктора. Всем удачи, здоровья и благополучия. Всем пока.